Компания Philips занялась разработкой медицинского оборудования для домашнего использования. Это простые в управлении устройства для людей, которые вынуждены из-за болезни оставаться дома. Теперь пациенты смогут получать онлайн-консультацию врачей, узнавать о состоянии здоровья благодаря различным датчикам и в случае необходимости пользоваться тревожной кнопкой. В общем, техника, как всегда, приходит на помощь. В этом выпуске программы High Touch мы поговорим об оборудовании, на котором работают диджеи. Многочасовые нон-стоп-марафоны проходят именно благодаря такой технике. Испытание нового микшера от компании Pioneer проведет столичный диджей Ти. Это микшерный пульт Pioneer 2000, один из самых последних. Функции у него просто сумасшедшие, здесь куча эффектов. Пульт предназначен для сведения звуковых сигналов. Pioneer 2000 сможет воспроизводить музыку с разных источников, будь то CD, DVD или USB-носители, а также SD-карты. Система, к которой это все подключено, через которую играю непосредственно я, это Serato. Принцип ее достаточно прост. Я играю всю музыку с компьютера на пластинках. У меня только всего есть две пластинки. Микшерный пульт укомплектован революционным программным обеспечением Record Box. Создан по принципу «Готовьтесь и выступайте». Плеер способен работать как на операционных системах семейства Mac, так и Windows. Благодаря функции Pro DJ Link музыкальные файлы и базы данных из разных носителей способны одновременно отправляться на 4 плеера, подключенных через сетевой кабель. Здесь могут быть простые пластинки, здесь могут быть CD-проигрыватели, здесь может быть диджейский контроллер, который вообще без проигрывателей, только с компа запускает музыку. Этот и иные профессиональные микшерные пульты, а также любую другую технику для диджеинга можно приобрести в магазине «Музыка» по адресу Кубоколоса 39. Здесь представлен огромный выбор музыкального, звукового и студийного оборудования различных ценовых категорий. И небольшое отступление. 1 декабря будет семинар, посвященный именно диджей-оборудованию полностью. Будут гости из Москвы, также, конечно, наши легендарные минские диджеи. Приходите, будет очень интересно, познавательно и увлекательно. Специалисты магазина помогут оборудовать любой зал или ночной клуб. Если техники не окажется в наличии, ее можно будет заказать и получить в назначенный срок. Музыка на Кубоколоса 39 стоит прийти.